Здравствуйте, дорогие друзья! Всем доброе утро, благословенного дня! Невзирая на то, что ты чувствуешь, невзирая на то, что ты слышишь или видишь, а я говорю, будь благословен. Будь благословен и укоренен в Божьей воле, в Божьем Царстве. Будь укоренен на Его территории. Потому что когда Господь насаждает что-либо, Он и защищает то, что насадила Его рука. И ты, и я, мы можем чувствовать и переживать, и понимать, что мы насаждение Господне. Но еще важно, чтобы не быть только самим в этой позиции, но чтобы наши близкие, наши родные и те, кто нам дорог, тоже были в числе Божьего потомства или нашего потомство с Богом соединенное. Поэтому то, что мы с вами сегодня завершаем 21-й псалом, у нас последний стих, 32-й. «Придут и будут возвещать правду его людям, которые родятся, что сотворил Господь». Кто придет? С вами в прошлый раз говорили о потомстве нашем. «Потомство мое будет служить ему, будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду людям». И поэтому я хочу, чтобы мы с вами сегодня могли не только показать направление, куда наши дети должны пойти, или где они уже должны быть, или где мы их хотим видеть, но что они будут возвещать дела Господни. Это, друзья, достаточно сильно, потому что можно говорить о делах Господних в судьбе кого-то, а можно пережить самому. И вы знаете, что те поколения, которые прошли трудности, прошли через какое-то давление, они пережили личные откровения для себя самого Бога, Его могущество, Его чудеса, Его знамения. Ведь Господь не устраивает шоу из чудес, а Он творит чудеса тогда, когда в них есть необходимость. И люди, отправляющиеся на глубокие воды, видят чудеса великие. Поэтому если Бог в нашей жизни дает каким-то обстоятельствам быть, или мы оказываемся на середине каких-то вод глубоких, и там у нас защиты негде взять, кроме как с небес. И поэтому Господь, который оберегал или оберегает свое наследие, Он и нашим детям даст пережить вот это чудо, потому что придут и будут возвещать правду Его людям. То есть ложь, она не может пройти обстоятельства, в которых мы можем оказываться. Ложь, она на тонких ногах. И кто-то опирается на ложь и думает, что вот этим мы сможем защититься и оправдаться. Друзья, ложь – временное явление. Даже если кому-то удалось, кому-то затуманить глаза, но Господь царствует, и Он знает точно, что делает каждый человек. У Него весы, которые никогда никто не подкупит. И поэтому то, что мы сейчас можем говорить, что наши дети, наши внуки, они придут и будут возвещать правду Его. Ложь не будет именоваться в их устах. Они будут знать, что они говорят и почему они так говорят. И более того, людям, которые родятся, что сотворил Господь. То есть они будут тем поколением, которое не умолкает, а говорят своим детям, а дети уже своим детям, потому что Господь, Он на самом деле живой. И как важно, чтобы из уст в уста передавалась эта личная вера, передавалось личное чудо, которое ты или мы переживали. И поэтому пусть Господь благословит наших детей быть свидетелями тех чудес, за которыми стоит на самом деле реальность божественных возможностей. Поэтому я желаю вместе с вами молиться о том, чтобы наши потомки, они говорили истину Божью и возвещали своим детям чудеса великие. Чудеса, которые творил и творит Бог во Вселенной, но где-то за кадром, чтобы они не оставались, а выходили на поверхность и становились явными в судьбах наших детей. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что в этом молитва и в этом ожидании, в этом просьба и в этом Твой голос в наших устах пусть звучит громче и громче с каждым днем. Я благодарю Тебя, что мы сегодня взываем о потомстве. Мы сегодня взываем о том, чтобы наши дети изрекали истину Твою, изрекали правду Твою, изрекали Твое благословение на своих детей, чтобы они говорили это своим детям и передавали из уст в уста чудеса личные, которые они видели в своей жизни, чтобы не то, что было за предыдущие несколько поколений, потому что трудности наша земля, наша страна и люди, живущие в этой стране, проходили немало. И поэтому я прошу Тебя о чудесах, я прошу Тебя о сверхъестественном влиянии на умы и сердца людей, чтобы те, которые сегодня уже живут, они знали Тебя лично, чтобы эти отношения действительно привели их к чудесам, знамениям и к твоей сверхъестественной защите. Поэтому я высвобождаю сейчас эту силу на тех, кто уже живет на планете Земля. Но они пусть несут Твою истину тем, которые еще родятся. О Боже, да будет так, чтобы люди и дети наши не рождались на горе, но были рождены для радости и счастья. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч. До свидания.